Доброго времени суток. Вот такая здесь у нас идиллия. А здесь вот такая. Ну не мог я пройти мимо вот этой грядочки. Так вот оно получается. Ну, как требует стилистика жанра. Сейчас надо было бы одеть шапочку в виде шапочки гриба, взять лейку, разболтать ее, налить туда воду, разболтать там гриба и побежать по огороду это все поливать. Собрать ни много ни мало, где-то 650 тысяч просмотров за видео феерической, мягко говоря, глупости. Нет, друзья, это не результат каких-то поливов. Это результат. Это блоки. Это старые блоки. Никакие здесь не бревнышки. Вот смотрите. Это просто, что здесь примечательного? Вот этим блочкам, это блоки с шиитаке, им уже сейчас будет скоро год. В прошлом году с них собрали то, что собиралось в помещении, потом они где-то по складах там валялись, ожидали какого-то второго пришествия, потом они его не дождались и просто были вынесены на улицу, вот где нашлось место, вот сюда они и переехали. И вот здесь они себе лежали абсолютно без признаков какой-то жизни. Ну, то есть, видите, уже начали рассыпаться. Несмотря на это, прошел год, и вот что творится. Ну, просто загляденье, видите, здесь вообще блок почти вот рассыпался, и там еще грибочки полезли. Там выглядит, он закопался уже из земли. Ну, интересно. Ну, понятно, что они где-то споры рассевают. Большое сомнение, что здесь и спор когда-то, может быть, вырастут шиитаки, но кто его знает? А вдруг? А вот там, посмотрите, какая просто вот какое заглядение. Ой, там не один, там вот другой еще. Они здесь лежали сейчас просто уже, ну, конец августа, уже почти 1 сентября. Началась осень, перед этим было очень жарко, а потом целую ночь шел дождь. И вот после этого дождя, он когда все это хорошо пролил, смотрите, видно, прошла тепловая стимуляция. Тепловая стимуляция плодоношения, потому что было очень жарко, а потом плотно это все пролилось дождем. И вот смотрите, что здесь можно наблюдать. Те, что уже такие поподъедали, просто сюда никто не заглядывал. Тут я случайно проходил мимо. И вдруг я увидел, что здесь вот такие грибочки. Поспешил сразу вот это все снять, потому что надо это все дело собрать. И сделать из этого всего какой-то классный салат, очень классный. Вот такое у нас здесь идиллия.